Всем доброе утро. Проснулись с Витой. Я чаёк с орешками. А Вита... Вчера нащёлкал. Всем доброе утро. Вчера заставила меня нащёлкать. Я их не люблю так щёлкать, орехи. Ну ничего. А Вита уже с утра готовит блинчики. С мяском будут у нас. Дождик прошёл небольшой. Надо, чтобы, конечно, побольше, чтобы гриб пошёл расти. Спасибо вам за комментарии. Всем отвечаю, стараюсь ответить. Тоже много от вас предложений по поводу жилья. Миргород предлагают. Кременчуг, там есть варианты. Но у нас же опять Витина мама тут, моя мама тут. Хочется где-то поближе, чтобы приехал к ним по-быстрому. Там что-то, если надо, скупился им. Помог чем-то, да. Ну, рассматриваем, в общем, варианты рассматриваем все. Тоже вот говорят, дома там в рассрочку, квартиру. Сколько я вот видел, ну, вот эти дома даже, что я вот показываю. Квартиры кое-где ездили, вот это в Комсомольск смотрели. В рассрочку никто не дает, только за наличку и все. Даже и варианты такие не рассматривают. Допустим, половину отдал, а половину попозже. Тоже такого не встречали мы. Опять же спрашивают, дети у вас есть? Есть у нас две дочки. Одной 20, другой 28. Это те подписчики, кто не знает, еще спрашивали. Одна в Киеве, младшая, старшая в Польше уже. Сколько она лет у нас? Да, года 4, уехала, да? Да? 3 года, 3 уже точно. 4, 4 год. Там и замуж вышла. Мы ездили на свадьбу. Ну да. Но хлопчик наш. Да, замуж вышла за нашего, за селидовский парень. А купить свой дом, ну это тоже. Это вечная работа там. Они молодые, уже шестой десяток идет нам. Это что, постоянно что-то надо копошиться, что-то делать. Так подожди, а дать какие мы дома смотрим? А дать за них по 15, по 18, по 20 тысяч долларов? И влаживать еще туда столько же надо. Ладно б, если б стоил дом этих денег. Или цена была там в пределах, пускай, 6-7 тысяч. А также смотришь, наверное, те дома, которые до войны стоили, да точно, 1000 долларов. Ну, сейчас за них просят 10. Ну а что это? Все хотят денег. Вся жизнь наша заключается в деньгах. Как ни крути, как ни говори. Так что. А сейчас вот это разговаривал с одной девушкой, ну, знакомая, с Украинска. Она в нотариуса работает. И вот она рассказывала, еще в апреле месяце разбили в них дом, квартиру вернее. И вот они в апреле месяце подали заявку на вот это ж ЕАСЛ или как оно там. И вот смотрите, уже сколько времени прошло. И до сих пор ничего, им никакого ответа, ничего. И приехали оценщики, и фотографировали там, и все. И тогда еще могли оценщики в наш город приехать, пока да, не был оккупирован. Да, да. Когда еще не оккупирован был город, приехали они. Все вот это же пофотографировали, все это. А теперь так и по дому туда никто не приедет. А теперь как ты, да. Не заедешь, ничего не оценят тебе, ничего не это. А вот это еще вам хочу прочитать комментарий, написали мне. Ну это, я не знаю, мы люди добрые, но не дай бог этому человеку, который писал, оказаться в нашей шкуре. Сейчас я вам зачитаю. Вот смотрите. Этот комментарий. Я могу ставить потом. Ну, если Вита захочет, ставит потом, почитайте. Но я вам прочитаю сейчас. Это касается нас, так вот о нас думают. Да, да, да. Вот за беженцев она пишет. У нас тоже голова кругом идет от этих беженцев. Забыли о покое, который был всегда до беженцев. И желаю им свалить с головы. Живут на халяву и ездят отдыхать на моря. Наглые люди. К чему? Ну, что на халяву? Все живут, все люди платят.
кого пустили на съем квартиры, все платят. Коммуналки вовремя. Коммуналки платят все, я так тоже думаю. Потому что, ну, не будешь платить, придут тебя, выселят хозяева и все. Кого она имела в виду? Потому что, а ездят на моря. Ну, станьте беженцами тоже, ездите на моря. Ну, а что я могу еще ответить вам? Ну, если так, вы так не можете, да. Да. А мы беженцы такие, на моря даже ездим. Если не можете так съездить на море, становитесь беженцами и езжайте на моря отдыхать. Одесса, да. И... Матушка, едьте так, туда. Да, да, да. Вот, ну, я не знаю, это вообще у людей, я не знаю. Что в голове? Да даже и слов нету, как можно ей что-то, ну, да, хорошее. Она даже не представляет, что у нас в душе творится. Там, где мы выросли, там, где мы рождались, там, где росли наши дети, учились. И как вот, да, все в одну минуту, все это... Ну, да. Не стало у нас. Так что ничего, прорвемся. Да, еще как-то что-то будет. Жизнь настроили, да, как гитару. Кто расстроился теперь? Настроился. Да, все нормально. Все когда-то у нас будет. Так будет. Может дом, а может квартира, может не сразу, может чуть попозже, но все у нас будет. Да, дальше. Это точно. Ну, вот так как-то с вами беседу провели, да, это? Да, пообщались. Пообщались чуть-чуть. Спасибо новым подписчикам, сколько много подписчиков добавилось у тебя. Да, спасибо подписчикам еще раз, спасибо за комментарии. Будем жить, продолжать. Стремиться к чему-то, к жилью своему или к съему жилья, то лучше к своему, конечно. Будем стремиться к своему. Да. Ну, а Вита уже будет меня сейчас завтраком кормить. Блинчики будем кушать. Чаек или кофеек? Да. Ричи, где ты там? Ты будешь тоже блинчики? Будет. Он, я ему положила уже кашку с мяском вареным. Да? Ну все, до новых встреч, надолго с вами не прощаемся, еще увидимся. Всем пока. Всем пока-пока. И хорошего настроения на целый день. Да. Всем мира и добра. До новых встреч.